Границы открываются, границы закрываются. На днях полеты из России в Турцию, Танзанию приостановили. Пока до 1 июня. Кто-то успел расстроиться, распаковать чемоданы, а кто-то и вовсе не собирался в отпуск. А готовы ли ульяновцы в принципе выезжать за границу все еще в период пандемии? Конечно. А вот недавно отменили рейсы в Турцию, Танзанию. Очень жаль. Почему? Хотели... Ну, потому что я была в Турции... 2 сезона подряд ездил, мне очень понравилось. Там все очень хорошо. То есть эта новость вас расстроила? Да. Что сейчас будете думать, как с отпуском? Куда полетите вообще? Не боитесь их за границу лететь во время пандемии? Ну, как бы страшновато, но если будет такая возможность, хотелось бы за границей-то побывать. В Турцию мы планировали, да? Ага. Знаете новость, что Турцию закрыли? Ну, до июля месяца. До июня. До июня. Вроде якобы говорят, да. Ну, вы надеетесь, что все-таки ее откроют? Правильно? Нет, я надеюсь, что в июне ее откроют. То есть, когда все эти политические передряги угаснут, то есть, мы верим в это. А вы уже билеты взяли? Да, мы билеты взяли, путевку взяли, все взяли, да. Дети у нас маленькие. А, то есть, причина в детях. Вообще, за границей часто отдыхаете? Ну, не очень. Но новости заграничные не сидите. Вот Танзанию с Турцией закрыли. Расстроились, может быть? Нет, не расстроились. Не расстроились. А как вы вообще где предпочитаете отдыхать? Может быть, Россия? Ну, в Турции, в принципе, нравится. Нравится. Ну, да. В этом году не расстроились. А пандемия не смущает путешествовать вообще вас? Ну, нас смущает, потому что маленькие дети, 2 детей, поэтому как бы это смущает нас, останавливает. Планировали в этом году отпуск за рубежом? Планировала. А куда хотели полететь? Ну, в Турцию, конечно. Ну, то есть вот эта новость про Турцию вас расстроила, я правильно понимаю? Нет. В курсе всех событий? Нет. А почему? Расстроила. Ну, чему быть, того не миновать. Ничего страшного. Есть Россия большая. То есть вы не успели еще купить путевки, правильно? Нет. А пандемия вообще не смущает путешествовать? Смущает, но мы сделали прививки. То есть новость о том, что Турцию и Танзанию закрыли, не расстроила вас? Нет. А может быть, куда-то в этом году к нам поедете? Там Сочи, Крым? Скорее всего, Крым. Скорее всего, Крым. То есть планируете. Пандемия не смущает? Нет. Почему? Ну, она уже так давно, поэтому уже не страшно. Да, планировала. А куда? В Турцию. Расстроились, что Турцию закрыли с Танзанией? Ну, пока это еще непонятно. Ее официально не закрыли. Это рекомендации, только из России нельзя вылетать. Так что посмотрим, может, откроют. Ага. А вообще не смущает вас путешествовать в период пандемии? То есть нет? Нет. Все нормально, да? Да. То есть вы надеетесь, что все-таки в Турцию полетите? Ну да, надеюсь, что за полгода что-то изменится. Нет. Почему? Не хочу. А где предпочитаете отдыхать? У себя дома. На даче. Да, я каждый год отдыхаю. А где отдыхаете, где предпочитаете отдыхать? В Париже. В Париже. А вот... В Каннах. Но вы знали, что Турцию, Танзанию закрыли, расстроились вообще? Границы вроде... Да, не, вообще мне за нет, не переживаю, если честно. Нет. Почему? У нас нет денег. Мы в бедности. Не знаю, хочу в России отдыхать. А где бы предпочли в России отдыхать? Я хотела круиз речной в этом году. То есть новость про Турцию, Танзанию вас не особо расстроила? Не, даже обрадовала. Все здесь будем отдыхать.